Nézd, nemrég vettem ezeket a szemhéjpúdereket, rózsaszín árnyalatok. Amit mostanában fogsz felkenni? Igen, majd rákenem. Для хоккеистки Фанни Гашпарич матч звезд полон событий. Помимо зрелищной игры, у нее состоялась встреча с подругами. Хоккеистки из Венгрии играют в разных командах, но когда-то росли вместе. И на эти несколько дней они снова оказались вместе. Девочки готовятся к праздничному ужину. Мы раньше менялись всегда вещами, а сейчас уже размеры разные, поэтому мы не можем меняться. Слишком толстые стали. И я вот одену эту рубашку. Если в обычной жизни хоккеистки еще могут выбрать наряд, то на льду такая роскошь непозволительна. Порой даже сложно определить, кто скрывается под тяжелой экипировкой. В этом году им впервые посчастливилось принять участие в матче звезд. Лучшие хоккеистки России и зарубежья традиционно разделились на Запад и Восток. Башкирскую команду «Агидель» представили 7 игроков. То ли символично, то ли так совпало, но открылся матч танцем ансамбля имени Файзиг Аскарова «7 девушек». Чтоб с разных уголков встречать гостей. Участников приветствовал президент Федерации хоккея Владислав Третьяк. Легендарный хоккеист принял участие в символичном вбрасывании и отметил, что проведение в Уфе больших хоккейных праздников уже становится традицией. Положено, на льду кипели страсти и больше всего досталось вратарям команды «Востока». Западные хоккеистки забросили 4 шайбы, а соперницам, к сожалению, не удалось ответить ни разу. Матч звезд женской хоккейной лиги завершился со счетом 4-0 в пользу номинальных гостей. Хоккеистки отметили, что в первую очередь для них это был большой праздник, где им подарили возможность почувствовать себя звездами и показать болельщикам зрелищное шоу. Ведь не зря женскую хоккейную лигу называют самой красивой в мире. Зиля Авзалова, Ильшат Казакулов, Вести, Башкортостан.